Всем привет! Мы в Кумертау! Сегодня сюда приехал Салават Юлаев, и мы с удовольствием пообщаемся с жителями, узнаем, почему именно в Кумертау любят проводить свой отпуск хоккеисты Салават Юлаев. Обязательно их об этом спросим. Григорий, напишите, дайте Хасенг 4, потому что вы ошиблись, у вас одна ошибка. Григорий, расскажите, вот так, почему хоккеисты Салават Юлаева любят проводить отпуск не в Дубае, а в Кумертау? Ну, потому что здесь отличная атмосфера, много болельщиков. Этого в Дубае же нету. А у вас нет болельщиков в Дубае? Нет у меня болельщиков в Дубае. Там тишина, спокойствие, а здесь... Сейчас будем тренировать руки. Как вы думаете, вас сегодня узнают, нет? А вы знаете, кто это? Знаете? А вот тут написано. Ребят, смотрите. Хасенг. Хасенг, да. Это Хасенг. Похож? Напиши какое-то пожелание. Пожелание от Глеба Кузьмина. Удачи. Глеб, ну что, вас-то сегодня узнают, нет, как вы думаете? Ну, думаю, парочку людей-то узнают. Здорово, пацаны. Здорово. А кто за Салават болеет? Я! Так, ладно. У кого есть нелюбимый игрок со СТСЛ? Нету таких. Нет. Антипин. Антипин? Почему Антипин? Один. Он в матче хотел поймать шайбу рукой, а ворота рукой забил крагой. Захотел. Так это же не он был. Это Науменко. А, Науменко. Поэтому он твой нелюбимый? Да. Артем, сколько человек попросили тебя расписаться в доверенности сегодня? Ну, думаю, еще все впереди. Ты предвкушаешь, да, что тебя могут обмануть? Ну, нет, думаю, все честно, у нас болельщики, поэтому, думаю, такого не идет. Смотрите, девушки, берете маркер, пишете свой номер телефона и отдаете, говорите, я до 8 занята, я с парнем, потом мне позвонит. Я до 8 занята, потом свободна. А с кем ты? А, я с парнем, но потом свободна буду. Все, вот видишь, все. Спасибо большое. Маркер возвращаю. Теперь у нее есть ее номер телефона на своей же бумажке, да? Да. Виктор Николаевич, а вы ждете, да, когда контракт принесут, да? Вы просто так расписываетесь быстро, хоть бы один из этих контрактов, да, был? Чтоб подсунули, да? Да, да. Нет, контракт в другом месте выдают. Я там нашел одного парня, у него, во-первых, Зубарев фамилия, и он еще что-то чинит в раздевалке. Такой же рукастый? Да. Рукастый, как Андрей? Ты просто Зубарев? Да. В честь себя, да? Да. Ты в честь себя, посмотрите. Пацаны, он же, да, у вас вот этот кран постоянно чинит, всякую фигню придумал. Вот этот душ плохой, да, надо починить в этом городе. Ты же, да? Нет. Виктор Николаевич, ну вы ехали за рулем. Да. Что успели посмотреть вокруг? Что впечатлило по дороге? Если честно, очень красиво. Красивые пейзажи, степи, поля, горы. Красиво, красиво. Ну согласитесь, уже билеты в Дубай вы сдали и в Кумертау, да, на 2 месяца. В Кумертау, да, здесь поблизости, я знаю, есть хорошие санатории, да, где можно здоровье поправить. Поэтому можно будет рассмотреть это место. Ну все, тогда увидимся в Кумертау через 2 недели. А ты взял билет? Не, я в Дубай. Пацаны. Форма у вас, конечно, странного цвета. Здорово. Когда последний раз на море был? Летом. Летом где был? На Лазурском. Лазурское море, ты где? Это возле Сочи. Возле Сочи? Ничего себе. Ты, получается, за хоккейный клуб Сочи, да, болеешь? Нет. А за кого болеешь? Салават Юлаев. У тебя стирается маркер? Да. Пойдем с тобой нарисуем, там я видел схему, ты расскажешь, как играть в большинстве. Потому что вот вы с пацанами постоянно пишете, где большинство? Виктор Николаевич, мы нашли главного тренера, ну не главного, старшего тренера, вот он. Как тебя зовут, познакомься. Юра. Пойдем, расскажешь то, что он нам нарисовал. Пойдемте, Виктор Николаевич. Как мы играем в большинстве, кто где стоит? Защитники. Стоят узко. Защитники стоят узко, чтобы они не прихватили, не убежали. Нападающие. Воспитанники хоккейного клуба «Сан» 2012. Если уходим шайбу сюда, этот сюда. Спасибо. Спасибо большое. Виктор Николаевич, теперь мы победим, я думаю. Да, если честно, секрет нашли. Мы уже на льду, начинается наш мастер-класс. И самые острые вопросы сегодня хоккеистам, молодым и взрослым, будет задавать Настя. Настя, привет!
Ну что ж, мы готовы к острому репортажу? Да. Интервью. Что нужно сделать, чтобы стать женой хоккеиста? Выйти замуж за хоккеиста. Чё? Ты хочешь женой хоккеиста быть? Нет. В будущем? Нет? Что нужно сделать, чтобы стать женой хоккеиста? Оказаться в нужном, в нужном месте в нужное время. И быть, конечно же, начитанной, красивой и умной. Как стать тренером Салавата Юлаева? Как стать тренером? Как там тренером Салавата Юлаева? Нужно играть за Салават Юлаев. Нужно было играть за Салават Юлаев когда-то. Ответил на твой вопрос? Да, спасибо. Как часто ты прогуливаешь школу, чтобы ходить на тренировки? Что? Как часто ты прогуливаешь уроки, чтобы ходить на тренировки? Я не прогуливаю, я просто отпрашиваюсь. Молодец. Страшно ли тебе ловить шайбы, когда на воротах стоишь? Нет. Молодец. Артем, так, срочно давай, спорим на 5 приседаний. Если ты забьешь ребенку, я делаю 5 приседаний в коньках. Если ты не забиваешь, ты делаешь 5. Брат, любой ценой, сноси, бей его, что хочешь, бросайся клюшки, не дай ему забить. Понял? Любым способом, любым, лови ее зубами хоть чем. Поехали, забирай шайбу. Дайте шайбу ему. Держись, держи. Как? Почему ты не поймал? Почему ты не поймал? Не смог, не получилось. Ты думаешь, он мастер? Да. Ты знаешь, что мне приходится делать? Смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Из-за тебя ты пропустил. Больше никогда я не пропускаю вообще голы. Договорились? Хорошо. Ну что ж, это был наш крутой выезд по Башкирии. Это город Кумертау. Мы сегодня сделали отличное шоу. Вы подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики и все прочее. Остальное, ну что ж, увидимся с вами в следующих выпусках. И завершаем вот на такой наш чудесный гимн. Браво, Кумертау!